Особый контроль вопросов здравоохранения, соблюдения трудовых и жилищных прав граждан, защита интересов несовершеннолетних и предпринимателей. Сегодня в прокуратуре республики подвели итоги работы за 2020 год и определили задачи по совершенствованию прокурорского надзора. На заседание коллегии пришло с участием начальника Главного управления Генеральной прокуратуры России по Северокавказскому и Южному федеральным округам Константина Сомова и главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова. Альбина Ламкова продолжит тему. Заседание коллегии длилось около 2 часов. В связи с эпидситуацией участников мероприятия рассадили друг от друга на безопасном расстоянии. Все в масках и перчатках. Открывая заседание, прокурор Карачаево-Черкесии Олег Жариков дал оценку состоянию законности и правопорядка в регионе, роли прокурорского надзора в обеспечении их стабильности. Затем на коллегии выступил глава республики Рашид Тимрезов. Он отметил высокий уровень взаимодействия, достигнутый с органами прокуратуры республики, что позволяет решать актуальные задачи, напрямую влияющие на качество жизни населения. В текущем году, я думаю, что нам необходимо выработать дополнительные меры, направленные на совершенствование эффективного взаимодействия правоохранительных органов республики с органами государственной власти и местного самоуправления, укрепление общественной безопасности и правопорядка. Выражаю твердую уверенность в том, что прокуратура республики примет эффективные меры по выполнению стоящих перед ней задач, будет залогом стабильности и спокойствия в нашем регионе. От всей души благодарю всех работников органов прокуратуры республики, ветеранов за добросовестную самоотверженную службу. По курируемым направлениям деятельности выступили заместители прокурора республики, присутствующие на коллегии начальник Главного управления Генеральной прокуратуры России по Северо-Кавказскому и Южному федеральному округу Константин Сомов отметил, что в условиях распространения коронавирусной инфекции в зоне особого внимания прокуроров, как и прежде, должны находиться вопросы здравоохранения, соблюдения трудовых и жилищных прав граждан, защиты интересов несовершеннолетних и предпринимателей. На совещании особо отмечен приоритет права и интересов социально незащищенных слоев населения, восстановление жилищных прав детей и сирот. Реализуя свой правозащитный потенциал, прокуроры оказали реальную помощь гражданам в связи с нарушением их трудовых прав. Ликвидирована суммарная задолженность по заработной плате в сумме свыше 25 миллионов рублей более 1000 работникам. Число прочего, была акцентирована значимость надзора за целевым расходованием бюджетных средств, выделенных на выполнение национальных проектов, а также усиление координирующей роли в борьбе с преступностью. На заседании коллегии отметили, что по-прежнему для региона остаются актуальными вопросы по обеспечению законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе при проведении капитального ремонта многоквартирных домов, погашения долгов по оплате труда, ликвидации задолженности перед предпринимателями по исполнительным контрактным обязательствам, противодействия распространению экстремизма в молодежной среде. Альбина Ламкова, Мухаммед Дашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.